Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, новогодний Эдисон и Катя, новогодняя Катя, зацените наши скинчики, какие мы с Катей новогодние, да? Всем привет! А где камера? Я смотрю туда, вот, а ты вот куда смотришь? Сюда камера, вот, куда я смотрю, там всё. Камера. Все, всем привет. Все верно, да, все, всем привет, быстренько оценили мой новогодний костюмчик, как я вам? По 10-бальной шкале, как вам Катя? И сегодня новый челлендж в Майнкрафте. У нас всегда, каждый раз, когда мы заходим с Катей в Майнкрафт, какие-то новые челленджи. Ты что делаешь? Мне всегда так угорает тебе того, Кать, когда ты стоишь. Ну рассказывай давай, какой там новый челлендж, давай, рассказывай. Новый год к нам близится, это значит то, что у нас оливьешка, мандаринчики, салатики, и вот жареная курочка, и вот это все, что наготовит ваша там бабушка, дедушка, папушка, мамочка. Это все будет на новогоднем столе, поэтому естественно то, что после всех праздников каждый из нас поправится на килограммов так 5-10, а то иногда даже на 25. А мы будем сейчас кушать оливьешку? И не только оливьешку. Челлендж Майнкрафта! Мы выживаем на самом сложном уровне. Нас бьют монстры примерно по 3-4 сердечка за один урон. Мы очень быстро Успокойся, мы очень быстро начинаем хотеть кушать. Мы очень сильно хотим кушать. Но в этом Майнкрафте не все так просто. Мы хотим кушать, но когда мы кушцаем, мы очень быстро полнеем. До таких невероятных масштабов, то что... Ты чё, жителя испугалась? Да, он вышел из дома, так резко я испугалась, молодой человек, ну неприлично. Иди сюда, просто подойди сюда. Смотри, у него дом, просто выходишь и сразу, до свидания. Мы толстеем, ты дашь мне захочить, толстеем до таких невероятных масштабов, то что рано или поздно мы даже вот в эту дверной проем не сможем протолкнуться. Но всему свое время. Катя, время выживания. Погнали! Первым делом надо запастить как можно большим количеством еды. Но давай перед этим заглянем сюда, в эту кузницу. Возможно, тут даже будут алмазы. Я уже кушать хочу! Уже проголодался! У меня то же самое. У меня уже минус 2 еды. Минус 2 еды. Это капец. Это капец. Рай! Это просто рай, Катя! Я тут уже нашел 7 хлебушка. Нашел 2 железячки и 1 железную кирочку. Дай мне хлебушек, пожалуйста. Держи, я тебе дам 4 хлебушка. Давай. Первый наш прием пищи. Утренний. 7 утра, мы с Катей уже точим хлеб. Давай. За компанию. Давай. Цокаемся. Няма-няма-няма-няма-няма-няма-няма-няма-няма. Ты что-то чувствуешь? Ты толстеешь? Сейчас, подожди. Вроде нет. Ощущения непонятные на самом деле. Подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, мне ребра приперло нафиг! Ой. Кого приперло? Ребра, Саша! Я что, потолстела? Ты у меня на глазах только что потолстела! Вот у тебя талия на сантиметров 5 поправилась, Кать! Да ну нафиг, я утону! Не надо. Нифига так... меня на дно понесло, как будто я камень! Ты очень сильно усугубляешь. Ты просто съела бутербродик с колбаской и с сырочком плавленым. Ничего страшного, ты совсем чуть-чуть поправилась. Ощущение, что я навалила пельмешей. Ну-ка, ты ешь давай. Я уже съел, у меня метаболизм намного лучше, чем у тебя. Поэтому со мной все нормально. Я еще пока вроде не поправился, да? Да. Повезло. То чувство, когда у меня талия меньше, чем у моей же девушки. Так, это временно, я скоро похудею. После Нового года, как скоро? Через месяц примерно. Ну, нормально. Катя, я сейчас еще немножко пшенички здесь наварганю. Вот так, вот так, вот так. Нормально. Кстати, Катя. Свеколка. Собирай свеколку, я буду собирать морковушку. Тут твоя любимая морковушка. Опа. Вот нормально. Так вот. Ой. Тут еще еда на самом деле, но может мы тоже наглеть не будем? Или все же будем? Давай не. Почему не будем? Ну да ладно, иди тогда, давай, ладно, пошли тогда вот всю морковку соберем, которая здесь только есть. Давай всю морковку. Ой, да вырастят они еще, у них дофига еды будет. Морковка, картошка, да тут реально скоро уже весь оливье салат получится.
Ребята, вы такие фермеры вообще. Ой! Он садит, смотри, он садит заново. Смотри, какой молодец. Такой, ой, дебилы, блин. Украли все у меня. Смотри, 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 сейчас сюда побежит. Смотри, смотри, смотри. Только семена на вас тратить. Ладно, все, реально, это можно до бесконечности с ним разговаривать. Зато у нас с тобой 48 морковки. Так, Кать, что мне затащить? Давай я точу отравленную картошку. Нормально. Отравленную картошку? Неплохо зашла. После этого я точу свеколку. И морковку. Но ощущения не очень так приятные. Ну, конечно, ты тухлую картошку съел. Ну, из-за этого тоже, да. Ну, я пока ничего не вижу, не замечаю. Вроде все нормально. Опа! Алло! Кать, я в голове поправился! Да. А я даже не заметила! Это... У меня голова, как вот этот шар для регби стал, вот этот шар, мяч для регби. Щечки мои пухленькие. Все, не надо, Кать, не надо меня лишний раз бить. Когда ты бьешь, у меня тратится голод. Это значит то, что мы еще больше кушать будем. Куда еще больше, Кать? У меня минус 3 еды. У кого-то сейчас жопа в 3 раза вырастет, да? Подожди, мне надо поесть? Или я могу... Я не хочу толстеть, но надо поесть. Ну да, надо поесть. Да не, сейчас по-любому со мной ничего не произойдет, вот смотри. Ну давай, давай. А? Нормально все? Я чувствую себя, в принципе, пока прекрасно. Но я, на самом деле, ничего такого не замечаю. Или все нормально? Нормально? Ну, как тебе сказать? У тебя животик немножко так вырос. Ты... Какой животик? Да-да-да, даже не... Даже не немножко! У тебя сейчас свитер на тебе порвется, Кать! Подожди, у меня... Проклятый ты, Майнкрафт! У меня слабость! Я не могу бежать быстро! Или это потому, что я толстая? Нет, не надо так грубо, ты не толстая, ты просто пирожочек с вареньем, вот и все. Я не успеваю за тобой, я слишком медленная. О, все. У тебя реально появился эффект медленности, вот от слабости из-за того, что... Да, реально, я только что не могла бежать за тобой быстро. Как бы у тебя не появился эффект поноса в любую секунду. Да, это будет печально. Посмотрим на тебя еще. У тебя вообще вон голова с размером с боулинговский шар. А животик девушку, между прочим, красит. Животик девушку красит только тогда, когда она... Ну ладно, все. Когда беременна и когда... Эй, я не... Ой, ты не беременна, ну разве что беременна оливьешкой и пельмешами. Слушай, мы уже выжимаем почти 10 минут. Мы до сих пор еще даже с тобой дерево не добыли. Только уже нажрали на год вперед. Добывай дерево, давай. Мне нечем добывать. Рукой? Или животом нет, своим? Это вот ты давай делай, ты же мальчик. Девочки не должны таким заниматься. На, вот держи, раз, два. Кать, ты весишь больше, чем я. Ты сильнее, чем я. Ты больше жрешь, чем я. Поэтому давай ты иди добывай. Я морковку съела, а меня разнесло уже как не знаю кого. Ты! Это все херабрин, херабрин это все. Нет, подожди, кто меня сейчас ударил? Херабрин. Да ну нафиг. Делаем палочки, из палочек делаем мечочечки. Мечочечки нам нужны для того, чтобы сейчас сделать шашлындос. А. Катя, забирай мечочек, который я тебе выбросил. Кать, мечочек забирай. И пошли сейчас, держи. Сейчас у нас и шашлык будет. Шашлык с морковкой, шашлык со свеклой. Это я люблю. Шашлык это с картошкой. На! Да, плохо то, что мы, конечно, столько много кушать будем, но кушать всему голова. Все, у меня 3 мяса, где жарить будем. А нет, вот еще вижу ходячее мясо, ну-ка иди сюда. Иди добывай, я сюда сейчас запи... Вот давай мы с тобой здесь будем где-то обустраиваться. Вот сюда я поставлю немножко вот так на пережарку и поставлю мясо. Вот сюда, в первую печку, Кать, все ставь, а я... у тебя уголь есть? Ну, я дерево туда засунул, а я... А я пока что перекушу. Ядрить меня в руки базуки. Руки базуки только хотела сказать. Ты чё? Ты бодибил бир барбер барбелбир дебилбир ба. Какой дебилбир? О чём мне так руки-то разнесло? Подожди!
У меня тоже! У меня замедление! Мне замедление отдалось! Я тоже быстро бегать не могу! Догони меня! Да зачем ты меня бьешь-то? Я от этого еще больше кушать хочу! Ты это понимаешь? Еще больше от этого кушать хочу! Посмотрите на этого дебил-билдера! Слушай... Ну и зачем? Ну и зачем ты это делаешь? Чтобы ты... Ой... ну зато кушать тебе не надо будет. Ну и зачем ты это сделал? Потому что ты сама дебил-дебилдер. Боди-бидилдер. Я пока бежала, убила две овцы. Принесла мясо в дом. Жареный. О, 7 жареной свинины! Я кушать хочу опять. Опять? Опять. Немножко всего лишь чуть-чуть морковушки надо вот так. Надеюсь, ты опять не потолстеешь от одной морковки, как я. Ой, сейчас построим наш новогодний домик. В новогоднем домике сделаем новогодний стол. На новогоднем столе у нас будет... Но... Я каждый раз пугаюсь, когда я вижу огромнейшую руку в нижней части экрана. Она у меня просто больше, чем башка, наверное. Да не, кстати, одинаково пропорционально теперь у тебя руки с головой. А вот щупленькие двоеножки с пузиком, чё-то не очень. С пузиком, я тебе сейчас... Смотри, ща мы восстановим вот эту всю пропорцию. Смотри, ща какое пузо будет. Ля, как разнесло от одной морковки, ты смотри. Нифига ты, Санта-Клаус. Слушай, мне кажется, нам с тобой... Ой, я опять кушать хочу, да сколько, мне кажется... Да чем... хватит, чем... хватит у тебя... Бессонный ты желудок, хватит! Мне опять эффект вот это дался, я опять не могу быстро бегать! Да хватит! Так, конечно, ты вспомни, когда ты дома обжираешься пельмеши, ты ж потом даже до туалета дойти не можешь. Я дома не кушаю пельмеши, ты чё врёшь перед подписчиками? Да, а помнишь, я варила тебе пельмени с конятиной, с баранятиной? Это было один раз, и то неправда. Это было 3 раза. И то неправда. О, у нас там Игорёха идет, надо перед его приходом покушать. Давай, кушай. Ням-ням-ням. Угу. Игорёк, иди сюда, мы тебя очень сильно ждали. Ой! Я ж тебе говорил то, что тебе жопу разрестает. Ну, в том плане, у тебя ноги стали толще, чем твоя голова. А! Катя, уничтожай! У меня замедление! У меня не могу убежать! Дрыщ проклятый, меня убил! Перекусим по дороге. Не забывайте то, что мы играем на сложном уровне, и здесь монстры намного сильнее, чем обычно. Так, мой... Ты почему мои шмотки собираешь? Ёханый бабай, ты забрала, наверное, мою железную кирку! Я ничего не забирала, успокойся, я вообще тут спасаю наш дом и твою попку. Так у нас дома-то нет, в том-то и прикол, поэтому надо как можно быстрее его хотя бы достроить. Давай, быстро, помогай. Я твою кирочку забрала, прошу прощения. Да, давай, пожалуйста, отдай ее обратно. Вот так. Ты реально хочешь дом строить? Да мы не выживем с такими вот животами. Выживем сейчас, иди добывай дерево, давай, не смотри на меня вот это, Катя. Не, я хочу кушать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. Меня, кажется, опять разносит. Да посмотри, сколько... это так? Это реально так? Да я... разнесло? Опять? Да, я не знаю, разнесло тебя или нет. Где ты? А! Еще опять. Короче, я поняла, я ем, я толстею, я становлюсь медленной, как черепаха. Отлично, у меня руки, походу, пожирнели. Да все неважно, Катя. Отбивайся от Игоря! Игорь! Подожди, опа, вот так, и в принципе домик более-менее уже почти готов, отбивай. На! Без приглашения, на Новый год пришел. Я его еще не успела пригласить, а он уже хоба и зашел. Как сложно доставать тут деревья, в принципе, как сложно руку вверх поднимать. Меня ударил кто-то. Мне кажется, жир тебя ударил по лицу немножко. Вот это. У меня только что -3 сердечко просто откуда-то с неба. Да это все что ли из-за того, что я жру? Ну и что? Ну меньше кушай! Заходи домой, давай быстро. Бегу. Давай. И дверь закрывай. Я не могу влезть. Я не могу. Меня сейчас убью. В смысле ты не можешь? Я не смогла, сэр. В смысле ты не могла влезть? Я не проходила в дверь!
Я жирная. Кать, не преувеличивай, ты не жирная, ты всего лишь вот это новогодний пельмешок. И прикинь, я не смогла пройти в дом, и меня убил зомби. Зомби-то непростой, у него просто железная лопата была, он тебе просто сзади по макушке стукнул и все. Так он меня лопатой, что ли, шандарахнул? Лопатой тебя убил, прикинь. Я ему сейчас отомщу. О, как хорошо-то на душе сразу. Кать! Заходи. Добрый вечер, подожди. Боком протиснись, боком. Ага, ну или вот так, дайте помогу. Сложно, давай, заходи. Вот так я смогу поместиться. Слушай, нормально? Мать, ты так раскабанела, тебя не узнать даже, честно. Да я по пути свеколку кушала. А, ну вот, сейчас я еще раз перекушу, подожди. Ой, вот это жизнь, вот это я понимаю, каждые 40 секунд кушать. Закрывай дверь, да, вот так сойдет, сквозняк небольшой. Да, а мы вот так сделаем. Кать! Я еле как хожу! Подожди, я тоже. Давай догоняшки играть, давай. Кого-то гонит. А как ты? А вот сейчас ты протиснулась, да? Ну сейчас я боком пройду. Вот так. Да, мать, ты, конечно, вот это прямо разбегемотилась очень сильно. Я смотрю на тебя, даже не узнаю тебя. Ой. Я не могу даже побежать. Вот за этой летучей мышкой я первый раз в жизни в Майнкрафте вижу. Все, завтрашнего дня иду в спортзал. Ну как завтрашнего? Ну вот 1 января закончится, и вот тогда мы точно пойдем в спортзал, прям обещаю. Угу, а там еще и новогодние каникулы, а потом старый Новый год, а потом новый старый Новый год, а потом старо-новогодний Новый год. А потом 14 февраля. 8 марта. Да у тебя день рождения 14 февраля, там еще день влюбленных, и там еще немножко покушаем. Вот так, тогда там где-то и схожу. Ну вот тогда мы и пойдем, да, вот это. На самом деле я в воду ухожу реально как бочка просто, как будто я 100 килограммов 300 миллионов вешу. О! Кто-то опять меня шиндарахнул. Жир Майнкрафта. Жир по лицу. Ну ты вот это, подпишись на канал, чтобы мы с Катей сбросили, ну, немножко лишний вес, как хотя бы к Новому году. Ну и, Катя, как бы, подписка нужна для того, чтобы не пропускать наши с Катей ролики. Тебе всегда будет приходить уведомления сразу же, как только я буду их выпускать. Катя, тебе слово напоследок. Кстати, да, каждый лайк минус 1 килограмм. Нет, грамм. Грамм, да? Да. Да, а каждый лайк минус 1 грамм от нашего тела. Все зависит только от тебя. Мы вам говорим всем огромного аппетита, прощаемся и хорошего вам вкусного ужина. Да, я хочу кушать снова. Я тоже. О! У меня еще и голова выросла. Отлично.